Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Итак, сегодня мы празднуем явление Господа Рамачандры. Праздник называется Раманавами. И это девятый день возрастающей луны. Астрологи лучше знают. Какой? Растущая луны, да? Девятый день растущей луны. И на самом деле все девять дней, они праздники. То есть в Индии начинают праздновать Раманавами еще за 8 дней до самого праздника. И этот праздник называется Наваратри. Наваратри, и он продолжается вот эти 9 дней, заканчивается Раманавами. Господь Рамачандра явился в Трета-югу. Не меньше 2 с лишним миллионов лет тому назад это произошло. И Господь Рамачандра является 7-м воплощением из 10 основных воплощений Господа, которые приходят периодически. Основные воплощения. Господь Рама родился в династии Икшваку, это солнечная династия. Династия царей, которая начинается от Ману. Икшваку был сыном Ману. И в этой солнечной династии также явился Бхарата, который был родоначальником династии Бхараты, в честь которых земля Индии называется Бхарата-Варша. В этот день в Раманавами, на самом деле, вот эта катха Рамаяна, она продолжается на протяжении всей недели до Раманавами. У нас в Екатеринбурге, насколько я понял, то же самое происходило. Я, к сожалению, не участвовал. Вот эти кивают, да? Камалаканта Прабу у нас тут Рамаяна уже дают в течение недели. Вот. И... Сегодня в полдень, то время, когда Господь Рамачандра явился, он явился в солнечной династии, он явился в полдень. Преданные обычно постятся в этот день. Прабхупада, в Искон мы постимся до захода солнца. Сегодня почитал Хари Бхакти Виласу, там так ужасно написано, лучше не читайте. Что должны делать преданные в Раманавами и что они не должны делать. Вот. Там немного описаны блага, которые преданные получают, постясь на Раманавами. Но также очень много написано ужасная судьба тех, кто не постится на Раманавами. Я забыл название этих планет, куда они попадают. Но так или иначе, Прабхупада, он понимал, с кем он имеет дело. И он нам дал стандарт, следуя которому мы достигаем того результата, для которого предназначено движение ИСККОН. То есть мы возвращаемся домой, назад к Богу. Так вот, то, что касается слушания Рамаяны. Для чего нужно слушать Рамаяну? Потому что мы вроде бы все преданные Кришне, у нас движение общества сознания Кришны. Зачем нам Рама, когда у нас есть Кришна? Мы же знаем, что Кришна – это изначальная верховная личность Господа. И в нем нет ничего, то есть ни в одном воплощении нет чего-то, чего не было бы в Кришне, да? То есть все исходит из него, и высшие
все формы взаимоотношений, которые существуют в духовном мире, они кульминируют именно в изначальной Верховной Личности Бога, в Кришне. Для чего-то мы поклоняемся Господу Раме в том числе. Вот об этом бы хотелось поговорить, потому что пересказывать Рамаяну, я думаю, что за то короткое время, которое у нас есть, ну просто физически не получится. Хотелось бы как-то обобщить, сделать какие-то выводы, может быть, обсудить какие-то важные для нас вещи. Чанакья Пандит, известный мудрец средневековой Индии, он говорил следующие слова. Он говорил, что следующий человек свое утро проводит за игрой в кости, днем он гоняется, днем он ищет женщин, днем он находится в поисках женщин, а вечером общается с ворами. Так, вот такая вот картина благочестивого индуса. Вот, выглядит немного противоречиво, но дальше Ачарьи объясняют, что он имел в виду. Игра в кости – это основа сюжета Махабхараты, да? И прежде чем перейти к чему-то еще, мы должны хорошо знать Махабхарату. Махабхарата, она дает начало нашему духовному пути в том плане, что Махабхарата, она полностью состоит из каких-то ошибок. Ошибок, которые совершают люди, и потом они жалеют об этих ошибках. Сама по себе игра в кости, это было проявление слабости Юдхишхиры. Юдхишхира был слаб, он был склонен принимать вызов и любил играть в азартные игры. Вот. И воплотился за это, вот этой длинной историей, связанной с битвой на Курукшетре и так далее, и так далее. Вот. Но и также Махабхарата, она очень ясно проявляет, то есть она позволяет понять, как раз во время игры в кости, очень четко стало понятно, где добро, а где зло, где дхарма, а где адхарма. Вот. И изучая Махабхарату, мы начинаем понимать, у нас появляется первое представление о том, что правильно, а что неправильно. И это нам просто жизненно необходимо для того, чтобы дальше идти по духовному пути. Потому что чем занимается праведный человек в течение дня, кто запомнил? В поисках женщины. А в поисках женщины у нас кто был? Рамачандра. Он потерял свою жену Ситу и ходил и плакал. Помните Рамаяну, нет? Или надо снова сначала рассказать? Вот. То есть, после того, как мы поняли, что такое добро, что такое зло, мы можем уже заниматься практикой. И вот Господь Рамачандра, он дает этот вкус даси-расы, он дает представление о дхарме, и как правильно исполнять свой долг. То есть это аватара, как никакая другая, дает полностью представление о том, что есть правильно, что неправильно, и как нужно в этом действовать. То есть как не отклоняться с пути дхармы, ни при каких условиях. Помните завязку Рамаяны, когда Рамачандра готовился к восхождению на трон. В один прекрасный день Дашаратха, ему пришла такая, царю Дашаратхе пришла такая мысль, что пора уже оставить царство и посадить на трон Рамачандру. Он посоветовался с мудрецами, посоветовался с министрами, с горожанами. И он понял, что у всех одно и то же мнение. Все очень любили Раму и все хотели, чтобы он был царем. И он пришел к решению, он выбрал день, когда это будет, и он поговорил с Рамой и сказал: знаешь, завтра я тебя короную. Сходи, пожалуйста, к Васиштхе, узнай все, что тебе надо делать, завтрашнему дню готовиться. Васиштха ему все объяснил. Раме надо было всю ночь поститься, молиться, совершать какие-то благоприятные церемонии. Он все это делал, готовился, ночью не спал. Сита тоже знала об этом, он рассказал, ну, то есть об этом узнал весь дворец, очень быстро эта новость разнеслась по всей Айодхе, и начался грандиозный праздник, который всю ночь продолжался, никто спать не хотел, потому что все знали, что завтра коронуют Рамачандру. Вот, и в силу, вот, по иронии судьбы, да, там, в силу каких-то обстоятельств,
эта коронация не состоялась. Да? Мы помним, что злобная Кайкея, она была подговорена своей Мандхарой, которая научила ее, как сделать так, чтобы Раму завтра не короновали, а короновали ее сына. То есть Бхарата был ее сыном, а Рама был старшим, он должен был, по идее, быть царем. Вот. Но у нее были определенные, у Дашарадхи были определенные обязательства по отношению к Кайкее, и она воспользовалась этим. Она приказала Дашарадхи, сказала: «Помнишь, ты мне обещал два желания моих выполнить в любое время, когда я попрошу? Вот у меня два желания. Во-первых, чтобы на царство возошел мой Бхарата, а второе желание, чтобы Рама отправился в изгнание на 14 лет и ходил где-нибудь в лесу Дандакарани, самое лучшее место. Там его отсюда не видно будет». Вот. Она надеялась, что за эти 14 лет горожане забудут, кто такой Рама, и ее сын будет царствовать все это время. Бхараты в то время не было в Айодхе. Если бы он там был, он бы, наверное, или кого-нибудь убил, или сам бы себя убил. Вот. Все решили за него. И Рама, он никак ни в чем не бывало, он утром отправился к отцу за благословениями, узнать, что же дальше, как будет проходить коронация. Вот. Но отца не было, он не появлялся. И потом Сумантра стал волноваться, министр Дашарадхи, почему не выходит Дашарадха, и там какие-то стоны из-за двери раздавались. Подошел Рама, постучали в дверь, оттуда вышла Кайкея, и отец был не в невменяемом состоянии, то есть он то терял сознание, то снова приходил в сознание, что-то мычал. И она сказала: «Да, все очень просто, я тебе сама сейчас все объясню, никакой коронации не будет. Ты отправляешься в лес на 14 лет. Вот. Это решение твоего отца». И Рама, у него даже ни один мускул не дрогнул. То есть он улыбнулся, сказал: «Я принимаю эту волю отца. Я отправляюсь в лес. Но на самом деле ты могла мне об этом сама сказать. Зачем ты мучила моего отца? Ты могла мне просто сама сказать, что ты хочешь так, чтобы было. Ты моя мать. Я бы принял твою волю точно так же, как волю Дашарадхи». Вот. И Рама таким образом, он показал пример, как следовать дхарме, то есть он, у него не было своих интересов, то есть он следовал приказу своего отца, и он, ничтоже сумняшись, отправился в лес на 14 лет. Вот. И другой пример также показала Сита Деви, да? Она тоже отправилась в лес, и как мы знаем, она не один раз туда отправилась. Хорошо, она отправилась вместе с Рамачандрой, там все понятно, как бы она хотела быть с ним. Вот. Но после того, как вся эта история закончилась, когда Равана был убит, когда Сита вернулась к Раме, когда Рама был восстановлен, то есть он стал царем Айодхи, в какой-то момент, Сита была изгнана в лес. Ну, те, кто не знают, вкратце, если сказать, ну, печальная история. Один из горожан там сказал, что это нехорошо. То, что Ситу приняли обратно домой после того, как она у Раваны пожила год. Как-то, в общем, это было нехорошо. И он сказал, что так, как бы, праведные цари не поступают. Обратно жены не должны брать, непонятно от кого. Вот. Хотя Сита доказала свою целомудрие, тем не менее, Рамачандра, он, дхарма, она была выше, чем даже любовь в этом случае, да? То есть все воплощение Рамачандра, оно все время подчеркивало доминанту дхармы над всем, что бы то ни было еще. Мы знаем, что Дасья раса — это не самая высокая раса, с нее все только начинается, да? Вот. Выше находится Ватсалья, Сакхи. Родительские отношения, дружеские отношения, супружеские отношения, из паракия расы. Вот. И Рамачандра показывал то, что дасья раса, то есть его дхарма, его долг, находится выше каких-то родительских отношений, выше каких-то других взаимоотношений. Вот. И
он принял решение, он отправил Ситу в лес. Ну хорошо, он принял это решение, но как Сита себя повела в этом случае? То есть, когда Лакшман отвез ее в лес и оставил там, она приняла это как... Он ей сказал, в чем дело, и оставил. Вот. И она там находилась что-то порядка 12, по-моему, лет. Там у нее родились дети, они выросли. Вот. И она за все это время она ни разу не обвинила Рамачандру ни в чем. Она была полностью, принимала свою роль. И она, когда... когда Рама, по-моему... Ну, в общем, была встреча, в результате которой... Вначале Лакшман приехал за ней в лес, когда все закончилось. Лакшман приехал в лес, и она стала с ним разговаривать, она стала его спрашивать, как там Рама поживает. И она стала спрашивать, после того, как я ушла в лес, его репутация, она стала белоснежной, непорочной, то есть как бы его теперь ни в чем не обвиняет никто. То есть он идеалом является дхармой для всех. То есть она беспокоилась о нем. И она переживала, как бы что-то она не сделала, что могло разрушить репутацию ее мужа. Вот. То есть Сита это был еще один пример того, как дхарма. Да, мы не сказали, что такое общается с ворами, да, в конце. Ну вот мы все любим общаться с ворами в том плане, что Кришна Катха для нас как бы дороже, чем исполнение обязанностей. То есть Кришна у нас главный вор, как если кто-то не знает еще, то есть, ну, вот, поэтому вопрос обращаться к Кришне. Он родился в тюрьме, он воровал масло, вот. И Чинакья Пандит когда говорил, что следующий человек вечером занят общением с ворами, он имел в виду то, что после того, как мы поднялись на уровень дхармы, после этого только мы можем думать о мадхуре, то есть о сладости взаимоотношений с Богом. Вот. В то же время нам этого не очень хочется, как правило. Нам нравится, что нет никаких правил особых. Господь Чайтанья сказал, нет никаких правил, просто повторяйте Хари Кришна. И вот нам это очень нравится. И то, что Кришна, он был, ну, как бы, низвергателем различных правил, да, нарушал какие-то традиции, и все было ему нипочем. Вот. Нам очень хочется, чтобы к нам это точно так же относилось, как к нему. Но Рупа Госвами, он говорил, что подражать Господу Раме, но если мы хотим кому-то подражать, то подражать мы должны Господу Раме. И второе, что мы не должны подражать Господу Кришне, несмотря на то, что мы преданные Кришне, да, что мы... Вот. Если мы хотим кому-то подражать, то идеальным примером для подражания является Господь Рамачандра. То есть мы должны исполнять долг, вот, а нарушать обязанности нужно оставить это для Кришны, потому что это его право. У него другое воплощение, он приходит с другой ролью, он приходит не для того, чтобы своим примером учить, как себя вести, он приходит для того, чтобы дать вкус его преданным, насладиться его нектарными играми, и в его играх нет, ну то есть никто не может их копировать, имитировать, ну кроме некоторых демонов, типа Паундраки, может быть, да, вот. Нам же хочется, чтобы было как можно меньше правил, когда нам говорят, что, знаете, тут организация, собственно, ИСКОН, тут есть какие-то правила, что вот это можно, а вот это нельзя. Чтобы получить инициацию, надо изучить бхакта-программ, надо ответить на вопросы, надо знать философию, надо получить рекомендацию. Мы говорим, зачем нам эти формальности, это все глупости. Духовная жизнь, она не создана из формальностей. Нам хочется сразу же мадхурию, но мы должны пройти через, вот, мы должны вначале принять марьяду. Марьяда – это следование правилам, то, что принес Господь Рамачандра. И не следуя правилам, мы не сможем понять, что такое любовь. То есть до любви, до настоящей любви мы должны
научиться ставить правила выше того, что мы называем любовью. То есть мы пока понятия не имеем о том, что такое любовь. Если мы хотим свои эмоции, свои желания, свои какие-то спонтанные порывы поставить выше правил, то это неправильно, потому что все, что мы пытаемся поставить, это не является духовными эмоциями. Нам может казаться, конечно, что у нас есть духовные эмоции, что у нас есть любовь к Кришне, что у нас есть любовь к Шримати Радхарани. Вот. Но ачарьи говорят, что про это лучше пока забыть вообще, стараться следовать наставлениям духовного учителя, стараться следовать шастрам и исполнять свои обязанности, учась на примере Господа Рамачандры. Итак, по поводу уроков, которые нам дают Рамаяна, то есть первый урок – это вот дхарма, да, мы говорим, что следование дхарме, для чего оно нам нужно, зачем нам нужна Рамаяна, зачем нам нужен Рамачандра, когда у нас есть Кришна. Более-менее, наверное, стало понятно, хотя бы в двух словах. О чем еще говорят, когда говорят о Господе Рамачандре, это его великодушное отношение, то есть он очень ценит любое служение, которое преданные ему оказывают. Все знают эту историю с Бурундучком, да, когда строили мост на Ланку, и все большие-большие обезьяны носили большие-большие камни, и к Хануману под ногами все время вертелся какой-то Бурундучок, который непонятно, что там делал. Хануман остановился, пригляделся, посмотрел Бурундучок, окунается в море, прибегает на берег, в океан окунается, прибегает на берег, вываливается в песке, и потом снова бежит обратно к океану, там смывает с себя этот песок, и снова бежит на берег, снова валяется в песке, снова смывает. То есть таким образом он тоже строил мост. Хануман, когда понял, чем он занимается, он просто не смог смеха сдержать. Он подумал, вообще, что ты тут делаешь? Ты больше мешаешь, чем помогаешь. Вот. И Рама, он заметил эту эмоцию Ханумана, и он его очень строго отругал. Он сказал, что на самом деле ты не думаешь, что твоя работа, да, то, что ты делаешь, там большие камни таскаешь, она хоть на какую-то кроху дороже для меня, чем то, что делает вот этот Бурундучок. На самом деле и ты, и Бурундучок, все это делаете только по милости. У вас у самих нет никаких достоинств. Просто каждый должен ценить служение другого. И Рама погладил Бурундучка, и с тех пор у Бурундучка три полоски на спине. То есть он отличается от остальных белок тем, что у него есть три полоски. И он гордо это носит, как орден, который вручил ему Господь Рамачандра. Вот. И второй пример из этой же истории – это Двивида. Двивида – это горилла, которая занимала достаточно серьезный пост в армии Господа Рамачандры. То есть это один из генералов, который сражался с Раваной и помогал вернуть Ситу. Но в какой-то момент эта Двивида, она возгордилась. То есть он, Двивида, это он возгордился. Он возгордился, и у него появилась зависть по отношению к Лакшману. Он подумал, кто этот Лакшман? Кто этот Лакшман, какой-то человечишка? Вот такие валуны только я могу таскать, я могу бросать, там, кидаться, там, убивать воинов. Там. Лакшман это так слабый какой-то человек, он что-то может там из лука стрелять. Вот. И такая зависть в нем появилась, и благодаря этому он стал демоном. Мы знаем, что когда приходил Кришна, было покончено с Двивидой, он уже был в то время демоном. И благодаря чему? Благодаря вот своей зависти по отношению к Лакшману. Мы сейчас говорим про отношение Господа Рамачандры к своим преданным, насколько он милостив. И очень известный стих из Рамаяны, его постоянно цитирует Господь Рамачандра, он произнес его, и стих звучит следующим образом. «Сакриты вапрапана яс тава смити чая чате, абхаям сарвада тасмай, дадам ятат вратам мама». Господь Рамачандра говорит, что если даже один раз кто-то скажет «Я твой слуга,
и он предастся мне, то я дарую этому человеку бесстрашие, я даю такой обет. То есть это обет Господа Рамачандры, что он принимает любого, кто только предается ему. И неважно, что было до этого, когда все были исполнены энтузиазма захватить Ланку и убить Равану, они уже построили мост, Рамачандра сел на берегу и стал, ну, погрузился в медитацию, и все сказали: слушай, ну ты должен сейчас как-то вот нас воодушевлять наоборот, ты должен показать пример, что мы его сейчас... По-моему, это было уже на Ланке, они уже перебрались на Ланку, вот. И Рама сказал: нет, надо послать гонцов и сказать этому Раване, дать ему последний шанс. Надо ему сказать, что он может сдаться в любой момент, я его прощу, он просто должен вернуть Ситу, ему ничего за это не будет. Ему останется Ланка, он останется царем ракшасов, все останется, как у него есть. То есть я готов его простить. Но, к несчастью для Раваны и к счастью для всех остальных, Равана не прислушался к этому совету и погиб от руки Рамы. Еще один из примеров приводится, это Вибхишана. Вибхишана – это брат Раваны, но он был белой вороной в семье. То есть в то время, когда вся семья наслаждалась на Ланке, и Хануман был первым гонцом, который должен был найти там Ситу, и он сходил и посмотрел ночью по дворцам, кто чем занимается. И Хануман увидел, что все пьяные, все значит, там, как-то развлекаются, как можно, нарушаются четыре регулирующих принципа. И в одном дворце он увидел, что совсем другое, звенит колокольчик, идет пуджа, и Вибхишана поклоняется изображению Господа Рамачандры. И его это очень, очень сильно удивило, хотя он тоже был ракшас вроде бы, но он запомнил это. И когда Вибхишана отчаялся последний раз уже давать совет своему Раване, то есть он ему сказал, что ну, там со всеми министрами уже посоветовался, со всеми, и все сказали ему, что Равана, ну, пожалуй, надо тебе отдать Ситу, потому что как-то все очень необычно тут происходит. Вроде бы обезьяны, но они какие-то необычные, эти обезьяны. Тут одна обезьяна взяла и всю Ланку сожгла. Ну как же так? Ну, разве такие обезьяны могут быть? Другая обезьяна пришла и плюнула тебе в лицо, и потом спокойно убежала. Вот. И как-то они перебрались через океан, оказались на Ланке. И этих обезьян там несметное полчище. И все ему сказали: Равана, давай не будем, как бы, зачем ты эту Ситу украл вообще? Столько женщин еще есть, отдай просто ее и все. Вот. Ну так или иначе, в общем, Равана в очередной раз не послушался. И Вибхишана, он решил сбежать к Господу Рамачандре. Потому что он не мог дальше уже это терпеть, он не мог оставаться на стороне этих ракшасов. Вот. И он отправился к Господу Раме. Это было еще, когда Рама был на другой стороне океана. И обезьяны, сторожевые обезьяны, которые следили за обстановкой, смотрели, нет ли где-нибудь каких-нибудь происков врага, они вдруг увидели на горизонте приближающегося ракшаса. Но он там был не один, там еще с ним кто-то был. Но так или иначе, в общем, было кто-то из слуг, по-моему. Вот. То есть приближалась такая вот процессия, и они подумали вначале, что это шпионы. Они подумали, это шпионы или это просто какая-то диверсионная группа. В общем, они все накинулись, они связали его там по рукам, по ногам, они привели к Рамачандре. Ну, довести до Рамачандры было тоже непросто, потому что очень много было желающих убить его на месте. Потому что, ну, все видели, ракшас стопроцентный, уши острые, волосатые, здоровый. Вот. Наверняка пришел для того, чтобы ничего хорошего от него не жди. Вот. Но он говорит, я пришел для того, чтобы предаться Господу Раме. Я хочу сражаться на его стороне. И они собрали целый совет. Самые мудрые обезьяны собрались, стали обсуждать, что делать с этим ракшасом. Одни бегали, кричали, говорят, надо убить прямо сейчас, даже не надо его слушать. Если вы сейчас начнете слушать ракшаса, они такие, они вам наговорят только всего, они же мистики, они вас могут одурачить. Давайте его сейчас прямо на месте убьем, а потом выслушаем.
Другие говорили, нет, он просто притворяется, сейчас он немножко себя раскроет, давай дадим его себя раскрыть, отпустим его и посмотрим, за ним приставим шпионов, посмотрим, как он себя будет вести. И там уже будем принимать решение, враг он или друг, посмотрим, кто его знает. Разные ситуации бывают. Но в конце концов, в общем, они не могли прийти ни к какому выводу и позвали Господа Рамачандру, сказали: «Рама, вот тут к тебе пришел Ракшас и говорит, что он хочет тебе предаться». И Хануман тут тоже выступил, он сказал: «Я знаю его, я был на Ланке, я видел, что он по-настоящему преданный Господа Рама». И Рама тут же принял Вибхишану. Он даже не стал, то есть он говорит, он правда хочет, ты хочешь мне предаться, ты хочешь быть на моей стороне? Он говорит: да, без проблем, все, освободите его. И обезьяны возмущались: как же так, да он обманывает, да вы что, да вы в глаза ему посмотрите, просто Ракшасюка настоящий. Но так или иначе, Вибхишана, он был отпущен, и он сражался на стороне Рамы, и он позднее, сейчас буквально перед выходом, посмотрел небольшой ролик про Рамаяну. Кто-то из преданных выложил ролик в кармической передаче в Санкт-Петербурге. Какие-то знатоки, философы, доктора наук обсуждают Рамаяну. Вот. И я думал, там, может быть, что-то будет, ну, стоящее. Так немножко включил послушать. И я понял, что все то же самое, что и обычно. То есть люди пытаются понять Рамаяну не через тот источник, через который они должны понимать. То есть вот сейчас идет семинар, да, Бхактивиганда с вами Гуру Махараджа, код сампрадая, и там говорится, что есть определенный код, есть определенный секретный код, без которого мы не можем понять ни Рамаяну, ни Махабхарату. Вот. Почему? Мы Рамаяну очень хорошо понимаем. Для нас существует одна Рамаяна, и там все понятно. Они рассуждали про разные варианты Рамаяны, и откуда это все происходит, и когда она была написана. Разные версии. И больше всего у них воодушевление вызывало, что существуют варианты, где Равана был героем, а Рама был демоном. Вот. То есть, и вообще, то, что Рама – верховная личность Бога, это там, как бы, они под большим вопросом, это появилось когда-то, тогда-то, а вот тогда-то еще не было. И разные версии Рамаяны описывают с разных точек зрения, вот что там происходило. То есть им очень нравится вот это разнообразие разных каких-то версий, каких-то разных людей, которые тоже неквалифицированы, может быть, переделывали Рамаяну на свой лад. А когда коммунисты стали набирать какую-то силу в Индии, там появилась версия Рамаяны, в которой говорилось, что Рама был захватчиком, эксплуататором, ну, царем, как обычные цари. Ну, понятно, что. А наши пролетарии, там, дравиды какие-то там, жили в лесу, такие полудикие племена, и это вот как раз Равана, и он был как раз защитником своих исконных земель. Знаете, как индейцы в Америке защищали, ну, все же были на стороне индейцев, как же так, ну, захватчики там пришли какие-то, да. То же самое, что, значит, вот Равана с друзьями, там, с родственниками со своими, они отстаивали свою родную землю, Цейлон, от захватчиков. А Рама, он был захватчиком. Он просто захватывал, убивал, там, значит, что-то такое. Вот. Но на самом деле все совсем не так. Когда Рама закончил битву, там интересный момент еще был, завершение битвы описывается, что когда стрела воткнулась в грудь Раване, когда он рухнул и упал, подобно горе, которая упала на землю, Ракшасы стали в страхе разбегаться, они поняли, что все кончилось. И все увидели какую-то маленькую старушку, которая улепетывала, вообще, как бы, быстрее всех бежала. И Хануман сказал: это мать Раваны, держите ее, это мать Раваны, куда она бежит? И они ее поймали и стали спрашивать: женщина, ты куда побежала вообще? Это ж твой сын вот тут лежит. Ты что-то даже ни слезинки не проронила, куда-то побежала вообще, сломя голову. И она говорит: как куда побежала? Жизнь свою спасать побежала. Жизнь надо спасать. Говорит: зачем тебе нужна твоя жизнь? Смотри, ты какая уже старая.
Колченогая, у тебя сын уже погиб, тебе тут терять вообще нечего, ты о своей жизни думаешь. Она говорит, как же, вы же не понимаете, моя жизнь, она такая ценная. Если, говорит, я не доживу, как я досмотрю игры Господа Рамы? Это же еще не конец, она говорит. Там еще несколько серий, говорит. Ну, то есть, надо досмотреть эту Рамаяну. Вот, она очень ценила свою жизнь. Она говорит, моя жизнь, она приобрела огромную ценность из-за того, что я смогла краешком глаза увидеть игры Господа Рамы. И теперь я очень хочу досмотреть до конца. Вот, и когда все кончилось, что сделал Рамачандра? Он оставил Випхишане Ланку, он сказал, ты будешь царем? То есть Випхишана из того же рода ракшасов. Там ракшасы как правили Лангой, так и остались править. Ну, то есть как в настоящей Рамаяне описано. Раме не нужно было ничего захватывать, он и так был императором всего мира. Вот, и он был непростым императором, описывается. Он был идеальным царем. Идеальным царем это означает, что он защищал все живые существа, которые находились в его царстве. Он не говорил, что мы защищаем только людей, потому что люди самые разумные живые существа. Остальных можно есть, убивать, издеваться над ними, испытывать на них косметические средства. Нет, он защищал всех. И приводится история, когда к Рамачандре пришел один браман. Пришел один браман и стал жаловаться. Вообще к нему редко кто-то приходил жаловаться, потому что говорится, что в Айодхе, когда Рама правил, в Айодхе никто не страдал. Не было никаких страданий, никаких болезней не было. Ни у кого не было нужды ни в чем. И говорится, даже люди, они даже не умирали. То есть, ну, умирали только если сами хотели. Представляете? То есть, если сильно хочешь умереть, ты, конечно, умрешь. Но в целом, как бы, умирать было не из-за чего и незачем. Люди не умирали. И поэтому сейчас все говорят, политики говорят, в Индии, по крайней мере, которые знают Рамаяну, они говорят «Рам-Раджа», «Рам-Раджа». То есть, для них это флаг. То есть, мы должны сделать такое же правление, как во времена Господа Рамы. Мы должны дать людям счастье, процветание. Вот. И цари должны быть такими же праведными, как Господь Рама. Так вот, к Господу Рамачандре пришел один браман и сказал, у меня к тебе претензия, царь. Он говорит, что случилось? Я твой слуга, говори. Он сказал, ты знаешь, мой сын умер, а это непорядок. Дети не должны умирать раньше своих родителей. Родители не должны видеть смерть своих детей. Что-то не так в твоем царстве. Если дети умирают раньше родителей, значит, что-то не так. И Рама подумал, действительно, что-то не так. Надо с кем-то посоветоваться. И там как раз Нарада был, гостил у него в Айодхе. Нарада, он любит гостить в разных интересных местах. И вот как раз он был в Айодхе в это время. И он спросил Нараду Муни, он говорит, как ты думаешь, что может быть не так в моем царстве, что дети умирают раньше своих родителей? И Нарада немножко подумал и сказал, ты знаешь, похоже... И все дело в том, что кто-то недостойный пытается изучать знания, которые он, ну, которые он недостоин. То есть ищи человека, который пытается узнать то, что он не должен знать. И Рама стал искать такого человека. В конце концов, где-то на окраине Айодхи, в лесу, он нашел странную, увидел странную картину. На дереве висел шудра вниз головой. И повторял какие-то мантры. Рама к нему подошел, спросил, слушай, Шудра, ты что тут делаешь, что ты висишь, кто тебя тут повесил? Он говорит, не мешай, сам вишу, аскезы совершаю. Какие аскезы ты совершаешь? У тебя гуру есть? Он говорит, нет, гуру нет, у меня своя голова на плечах, зачем мне гуру нужен? Вишу, совершаю аскезы, хочу достичь бессмертия, вот мантры повторяю. Ну, Рама сказал, ну, похоже, то, что у тебя голова на плечах, это как бы это, в этом твоя проблема и есть. Он ему голову отрубил, ну и все встало на свои места. Вот, и Рама, он был гарантом того, что в обществе все идет своим чередом, все развивается так, как оно должно развиваться, негодяи наказываются, благочестивые люди процветают. По-моему, время уже заканчивается, если есть какие-то дополнения, то есть, как бы, в основном хотелось сказать про то, какие выводы мы делаем из Рамаяны. Сама по себе Рамаяна, я надеюсь, что она всем известна, хотя
кое-какие истории мы смогли вспомнить. Вопросы в дополнение? Вопросов в дополнение нет. Давайте что? 5-10 минут еще есть. Я могу рассказать еще историю, связанную с божеством Мула Рамачандры. Это древнейшее божество, и с ним связана история, которая начинается, ну, может быть, не сначала начну. Господь Рамачандра, когда он правил в Айодхе, он не все время находился в Айодхе, где-то он отлучился на 2 недели, надо было там, ну, по делам навести порядок где-то на окраине его империи. 2 недели его не было в Айодхе, и когда он вернулся, к нему на носилках принесли умирающего от голода брамана. И он спросил, что случилось? Почему браманы умирают от голода в Айодхе? Стоило мне на 2 недели отлучиться, у нас что, еды уже нет? Почему он умирает? Ему сказали, знаешь, дело не в этом. Дело в том, что он взял обет, что он не будет ничего есть, пока он не увидит тебя. И каждое утро он приходил на даршан. И когда он только тебя видел, после этого он мог принимать пищу. У тебя не было целых 2 недели, и, понимаешь, умирает с голоду человек, потому что ничего не ел. Но Рама, ну, как бы Рама сказал, ну, теперь ты меня увидел, да, ну, то есть можете его кормить, надо решить как-то эту проблему, он подумал. И он вспомнил, что у него есть божество Рамачандры. Это божество получил в свое время Икшваку. Изначально ему поклонялся Господь Брама, и Брама передал это Икшваку. Икшваку — это родоначальник династии, солнечной династии. И задолго до прихода Господа Рамачандры вся династия поклонялась этому божеству. То есть они поклонялись божеству Господа Рамы, Мула Рамачандра. И она передавалась из поколения в поколение. И когда пришел Рамачандра в династии Дашаратхи, это божество убрали куда-то в чулан, потому что, ну, Рама и так здесь на земле, мы ему и так можем поклоняться, зачем нам божество, в общем, оно где-то пылилось. И Рамачандра попросил достать это божество, и он подарил его этому браману. Он сказал, ну все, теперь проблем никаких нет, теперь ты можешь каждый день получать даршан, и каждый день можешь питаться как следует. Вот. И позднее браман, когда уже уходил, когда он оставлял тело, он передал это божество Хануману. Хануман передал это божество Пхимасене. Пхимасена передал Юдхишхире, Юдхишхира Парикшиту. Ну, так или иначе, в общем, оно передавалось дальше, с поколения в поколение, и позднее ему поклонялся Рагавендра Тиртха, это Мула Рамачандра. Божество по-прежнему существует, и оно расположено в одном из небольших городков Южной Индии, я забыл название, на букву М. Вот. Еще есть 2 минуты, наверное, да? Сейчас давайте скажете. Нет? Ну, еще один урок небольшой из истории с Господом Рамачандрой. Когда пропала Сита, когда обезьяны встали на сторону Рамачандры, Рамачандра разделил их на 4 группы и отправил их в разные стороны света искать Ситу. Вот. И на юг пошла группа Ханумана. И они шли очень долго, там было 30 тысяч обезьян в этом войске. И они очень долго шли, потом в конце концов на пути перед ними оказался лес, в котором все деревья были голые, на них не было ни листочка, ни плода. И этот лес длился 2 недели, они шли по этому лесу, ну, все время шли на юг в поисках Ситы. Вот. А лес, он тоже был необычный, его какой-то риши в свое время проклял, он сказал, будь проклят, не будет на тебе ни плодов, ни цветов, ни листьев, в общем, вот так этот лес и стоял засохший, и обезьяны это хотели кушать, и тоже 2 недели в походе, кушать хочется, и они роптали, конечно, но обезьяны, понятно, они же не браманы, не аскеты какие-то, то есть им и кушать хочется и так далее, там у них разные мысли приходили, но из-за того, что Хануман был впереди, они за ним следовали и как-то
как-то верили в победу. Вот. И внезапно перед ними появилась гора Виндхи, огромная гора, которую обойти невозможно было. Было невозможно обойти, но кто-то нашел пещеру на этой горе. И они, Хануман сказал, ну что, нам делать нечего, нам надо дальше продолжать путь, давайте пойдем в эту пещеру. И обезьяны уже все, у них терпения уже не было, то есть, во-первых, кушать хочется постоянно, пить хочется, ни воды, ни еды, говорит, нету. Сейчас мы зайдем в эту пещеру, у нас еще света не будет и воздуха. Что мы там будем делать-то вообще, давай не пойдем. И, в общем, Хануман сказал, ну если хотите, можете остаться, я пошел. Пошел Хануман, за ним еще какие-то обезьяны пошли, потом остальные тоже стали присоединяться, и они держались просто за хвосты друг друга. И потихоньку вся эта вереница из 30 тысяч обезьян, они спустились в эту пещеру, там почти отвесная была, отвесный спуск. Вот. И потом они вышли к месту, где были прекрасные сады, был свет, был, то есть они там, ну то есть получили все, чего им не хватало. Эта история приводится для того, чтобы... Вы поняли, что это как раз вот к тому стиху, который произносит Господь Рамачандра, что только предавшись мне, человек сразу же получает защиту. И эта вера, это предание, оно было у Ханумана. И Хануман смог передать это другим обезьянам, благодаря тому, что они просто следовали за ним. Несмотря на то, что у них была куча сомнений, может быть, не было, была слабая вера, тем не менее, они все... достигли того результата, которому они шли. Вот. Именно группа Ханумана, она нашла ситу, в конце концов. Вот. И поэтому нам очень важно, несмотря на то, какие бы у нас сомнения не были на нашем духовном пути, какие бы у нас не были мысли, и насколько бы вера наша не была слаба, нам надо держаться за тех, у кого эта вера сильная, и... рано или поздно все встанет на свои места. Господь Рамачандра гарантирует, что если даже один раз кто-то скажет, что я твой слуга, то я даю дорогу такому человеку бесстрашие. И он говорит, я обещаю это, клянусь. Вот. Шри Рамачандра ки. Джай. Сита Деви ки. Джай. Лакшман Хануман ки. Джай. Арджуна Кришна Прабху ки. Джай. Переходим следующей части нашего полета.